Мэр Магадана Юрий Гришан встретился с депутатом городской думы по 21-му избирательному округу поселку Сокол. Николай Ярощук рассказал о планах работы по благоустройству округа. Обсудили то, что будет реализовано в этом году. Это завершение строительства парка, частичное асфальтирование, озеленение. Также в скором времени намечается встреча мэра с жителями поселка. 14 марта Юрий Федорович организует выездную встречу в поселок Сокол для встречи с жителями. Я также планирую присутствовать на этой встрече. Но ожидаемые вопросы от избирателей наших – это, опять же, благоустройство, это проблемы ЖКХ, это удаленность территории. Милые дамы, Магаданская госавтоинспекция поздравляет вас с наступающим Международным женским днем 8 марта. И желает вам счастья, здоровья, любви, теплого весеннего настроения. От себя хочу добавить, и неоднократно об этом говорю, что магаданские автоледи, участницы дорожного движения, самые правопорядочные, законопослушные, внимательные, взаимовежливые. И желаю оставаться им такими же. Но самое главное, безопасных дорог. С праздником вас! Здоровья, счастья, любви, теплого весеннего настроения, безопасных дорог. Всего самого хорошего. Вот забирайте, ваша дама, забирайте, пожалуйста. Разрешите вас от лица общественного совета МВД России по Магаданской области поздравить с наступающим праздником 8 марта. Пожелать вам только легких дорог, легких путей, чтобы мужчины-водители вам уступали, и вы всегда чувствовали себя комфортно. А полиция была к вам лояльна. А вы никогда не нарушали. И разрешите вам небольшой буклетик. Спасибо вручить. Большое. Очень приятно. Спасибо большое. Ежегодно в нашем детском саду мы отмечаем праздник 8 марта. Стараемся всегда для мам сделать подарки, поздравить наших любимых мамочек с таким женским праздником. Ребята всегда готовятся, стараются выступить для мамы, порадовать свою любимую мамочку, рассказать стихотворение, спеть песню и приготовить замечательный подарок. Бабушки и мамы, счастья вам желаем. С праздником весенним мы вас поздравляем. В преддверии Международного женского дня мы решили поинтересоваться у наших мужчин, что же они подарят своим девушкам на 8 марта. Цветы. Ничего? Нет, у девушки. Ничего. Почему? Что ты будешь дарить на 8 марта? Я еще не думал. По-моему, ей интересно. Я еще подумаю. Ты считаешь, что цветы – это банальный подарок? Да. Ничего. У меня не будет. Вследствие нашего экспресс-опроса мы узнали, что некоторые мужчины просто не хотят дарить подарки женщинам, а у некоторых просто нет.